Многим мигрантам в Украине, в частности в Одессе, приходится непросто из-за того, что они не могут ознакомиться со своими правами, а потому часто вынуждены обращаться к посредникам. Есть много проблем. Мы хотим вместо государственных органов и общественных организаций решать этот вопрос. Спасибо. Основная цель круглого стола – не просто обсудить миграционную политику Украины, а найти способы решения вопросов, связанных с нарушением прав мигрантов. Рассуждать, что, какие проблемы создались на территории Украины на сегодняшний день с иммиграцией, с беженцами, с нелегальной миграцией, с торговлей людьми, потому что этот вопрос актуальный, как не только в Украине, во всем сейчас Европе, в мире. Организаторы обещают, что данная ситуация будет отслеживаться, и этот круглый стол не станет последним. Было подписано обращение большинством общественных организаций, которые пойдут в адрес президента Украины, премьер-министра Украины, главы Верховного Совета Украины, чтобы действительно мы могли каким-то образом, знаете, в правовом поле решить проблему мигрантов. Проблема мигрантов по задумке должна акцентировать внимание на то, что защита неотъемлемых прав человека государством – это вопрос исключительной важности. Услышат ли этот посыл руководители страны – вопрос открытый. Екатерина Лапицкая, Эдуард Шендерович, Новая Одесса.